ЕГБет. Твой мир онлайн-ставок на киберспорт. Только здесь самый широкий выбор популярных игр и матчей. Выбирай ставку на одно событие или экспресс из множества поединков с головокружительным коэффициентом. Более 7 лет на беттинговом рынке и 800 тысяч пользователей. Регистрируйся сейчас и получай бонус за первый депозит до $600. ЕГБет. Ты точно знаешь, кто победит. Дорогие друзья, вас приветствует студия UCC, у микрофона пока только Заяц, и игра немного задерживается. Команды уже в лобби, буквально через несколько минут начнется сражение, поэтому никуда не уходите. Самое интересное впереди, долгих задержек сегодня не будет. Пока же немного послушаем музыку.
Ну что же, доброго времени суток, дорогие друзья, вас приветствует студия UCC, и наконец-то мы начинаем с буквально минимальной задержкой прекрасный турнир NickBam.com Arena of Blood, и сражаться у нас будут Empire Hope против коллектива Godsend Best of 3 встречи, и освещать ее и следующие Best of 3 для вас сегодня будут Заяц, Лок, всем привет! Всем добрый день, дорогие друзья. Да, наконец-таки мы в игре, у нас уже прошла первая стадия банов, и сейчас уже даже закончилась первая стадия пиков. Немного мы опоздали, но я думаю, ничего страшного. Картинка на ваших экранах, и мы видим очень интересный раздрафт. Empire забирают для себя сразу Omni-Knight плюс Slark, то есть они открывают, по сути, тройку, ну, возможно, четверку, и кэрри. Мне кажется, это слишком опрометчивый и ярый такой ход, как ты думаешь? Но вот тут опять же история в том, что сейчас мета такая, что вы, если можете урвать вот этот сочный кусок в виде Сларка, вы рискнете и возьмете его. Но потому что прямой контри Сларку очень трудно найти. Это просто герой сам по себе хороший, мобильный, с эскейпами, который может врываться, который может драться на ранней стадии, надоедать вам. Он слишком хорош, чтобы, ну, вот отказывать себе в удовольствии. А здесь еще и дабл пик был у Empire Hope, нужно понимать. Сейчас вот эти 6 банов, в них пытаются впихнуть невозможно. Возможные коллективы, слишком много неприятных героев. Ну да, по поводу неприятных героев, тут я полностью с тобой согласен, потому что Enchantress линию уничтожает просто в салат, и как раз-таки, вот мне кажется, они Enchantress забанили, чтобы она просто не пришла, и этого Сларка сразу же с линии выгнала на первых же минутах, потому что Сларк не любит как раз-таки стоять против дальников. Но вот Омника, знаешь, вот у меня даже больше вопроса не по Сларку, а по Omni-Knight, потому что убрали же ГБМ таланты, и если он плохо стоит линию, то он потом как-то может теряться по игре, вот в чем проблема, и против него сейчас могут просто-напросто взять очень сильного лейнера, который, ну, не даст Омнику нормально там пожить, и вот за вот это очень большое опасение. Да, я тоже с тобой полностью в этом плане согласен. Omni-Knight — это герой, который, безусловно, живет сейчас, ну, по мете, за счет своих артефактов, это какие-то ауры, которые он покупает, те же самые грифсы, он становится таким танком, который должен идти вперед, впитывать урон и при этом еще, ну, поддерживать того же самого Сларка. ГПМ талант ему, конечно же, заменили на неплохую способность, ну, там, дополнительные регены, суммарно там больше, чем с purification выдаешь. Но все-таки основная кор-механика так поменялась у героя, ему приходится больше ручками работать. Ну, возможно, на самом деле, я думаю, что мы можем даже увидеть Омника не тройку, а четверку, тупо на подсейв Сларка, потому что Сларк плюс Омник — это довольно-таки уже давнишняя острота, где Сларка с этим плюс дополнительным резистом очень легко перемещаться по драке и совершать неприятные вещи, особенно когда там есть Чен. Чен уже для него булочка, лишь рак, если не набирает жира, для Сларка тоже, ну, можно поиграть. Тут вот очень интересно, все равно вот не привык к такому. Обычно берут либо тройку, либо четверку сразу же, да, и уже на вторую стадию отправляют кэрри, вот как это было по аналогии с предыдущим очень крупным турниром, Mad Moon'ом от FIPLAY. Но посмотрим, пока что вроде все ровно, вот реально, но снизу очень много агрессии, лишь рак, Чен могут идти там на 15 минут те уже с аурами и сносить вам товара, забирать объективы. Вот как бы темпом не задавили. У Godsend пока что очень хороший, вот именно такой темповый пик намечается, и если не продолжит, то, я думаю, они смогут выиграть за очень такое короткое время. Ну и при этом сейчас пытаются Empire эту проблему решить, берут того же самого Рубика, с болтом как-то можно будет останавливать частично эту агрессию. При этом, что у Godsend мне сейчас, ну, не то чтобы не нравится, это просто нужно иметь в виду. Я очень люблю агрессивные стратегии, когда на ранней стадии вы просто идете, сносите все налево и направо. Но если вы хотя бы на секунду замедлитесь, если вы допустите какую-то ошибку, вы можете уже просто не вернуться в игру с этим агрессивным драфтом. Да, здесь с тобой полностью согласен, набирает еще Виверну. И вот Виверна — это очень интересный пик. Может очень сильно как раз-таки Сларку попортить жизнь, когда он нажимает ультимейт. Тут залетает просто ответная курса от Виверны на ближайшего союзника, и Сларк всю тучку стоит в ультимейте, а потом он уже драться как-то некомфортно себя будет чувствовать в целом. Очень хороший пик. И на подсейв. Дополнительный подсейв пока что только именно если брать из расчета Сларка, только он может наносить какой-либо урон в лейте. И, верно, может немножечко его подстопить своим третьим скиллом.
Ну, верно, вообще крайне прекрасный, комфортный герой, который выступает хорошим фундаментом, но Empire Who берут, ну, моего лично одного из любимых таких суппортов, прям не могу каждый раз не поболеть за аппарата, потому что не так часто он появляется, как мне хочется его видеть, а он очень хорошо режет, во-первых, возможности ваши по дальнейшему драфту, потому что героев, которые, ну, строятся на захиле, вы уже не возьмете, морфинга вы уже не возьмете, у нас слишком велик риск. Да, там вот еще залетел как раз-таки Рубик, о котором ты сказал, он был взят как раз-таки на тот самый отпу, чтобы не дать слишком быстро зайти на свою рампу, но, опять же, Рубик тут выполняет очень важную роль. У него появляется очень большое пространство для маневров, он может воровать ульту Виверны, очень классный ультимейт, ульту Кентавра, в случае догнать или же убежать. Поэтому здесь ребятам из Гоцент нужно играть поаккуратнее, не отдавать очень важные скиллы своему оппоненту ни в коем случае. Но, опять же, гоценты, посмотри, какой они набрали жир. Это кентавр, это лишрак, это чен. И тут сларк, он выглядит как вот реально на картинке сейчас показан. Такой маленький-маленький сларк, пока он не входит в лейт. Очень сложно будет ему играть в средней стадии игры против реально такого натиска. Гоцентам тут добрать, скорее всего, какого-нибудь мидера. И вот я если думаю, сейчас что... Empire Hope доберут, им нужно вот Empire Hope, последним пиком у них есть такая вольность, что они увидят всю задумку Godsend, у них герой на центральную линию должен уметь сражаться на ранней стадии, если у Сларка все будет плохо, чтобы Сларк мог расформиться, вот выйти в какой-то лейт, вы могли поиграть там, ну, чуть ли не 4 плюс 1. Но пока это еще только в раздумьях и от команды Empire Hope, и для Godsend. По банам нужно последним пробежаться. Там с мастера Люкана, кстати, убирает интересный Empire Hope. Darkseer, который появлялся в последних турнирах, не всегда успешно, потому что Darkseer, опять же, это герой синергии. Вам нужно под его вакуумы и прочее выдавать очень хорошо все свои способности, прожимать все свои кнопки. И вообще у Empire Hope пока драфт выглядит довольно райт-кликово. То есть вы просто идете, бьете лица. Вам не нужно там что-то под что-то обязательно бросать. Ультимейт аппарата — это самое сложное, с чем вы должны комбинировать вообще свои способности. Вот только как раз-таки по поводу райт-клика, тут слишком много хила, слишком мобильные персонажи, очень быстрый лишрак. Виверна также имеет первый спелл, который позволяет ей летать сквозь препятствия, убегают на кентавре, и поэтому, ну, пока что Empire Hope, они... Вот, дровка? Бандровки? Мне казалось, что для Гоцент будет проще набрать еще больше темпа, нежели брать Траксу и с ней выходить в лейт. Все правильно, грамотно делали Empire Hope, вот эти предыдущие два бана, минус Beast, минус Люкантроп, как раз таки на то, чтобы их не спушили за 20 минут. Но вот дровка, бан немного мне непонятен. Ну ладно, видимо, у них есть какие-то наработки по своему оппоненту. Теперь очень важно как раз таки, что возьмут для себя гоценты на последний пик. Потому что здесь может даже внезапно залететь какой-нибудь Рики! Ты подгадал, Рики? Да, так типа по таймингу. Какой-нибудь Рики. Нет, ну я думал, это будет Жирнич, либо же человек, который еще больше ускорит их темп. Но никак не Рики. Я вот думал, кого же они могут взять. Сначала думал Тимберсоу не возьмете, там аппарат, вы не хотите играть Тимберсоу, а он в бане даже находится. Как раз таки первая стадия банов была. Но Рикимару, я к такому повороту событий точно был не готов. И вот Кунка очень хороший пик. Кунка добавляет жира. Кунка тот самый плеймейкер, который может на средней стадии игры спасти положение команде Empire Hope и дать время Сларку набрать свои слоты. Но вот Рикимару, вот это очень интересно. Тогда, получается, у нас идет лишрак на мидл, судя по всему. Да, лишрак мид, естественно. Рики пойдет у нас какую-то легкую линию, попытается там расформиться. В принципе, тут тоже схожая ситуация. То есть Рики — это в такой убер-лейт вариант выход. Но я вот не знаю, как Рики даже на каких-то 45-х минутах будет сражаться с фулл Сларком и фулл Кункой. Потому что Рики, он должен прыгать и срезать, ну, тебя там за пару-тройку ударов. Сларка и Кунку он так точно не убьет. Особенно если Кунка будет под каким-нибудь кораблем. У него своих там 3000 здоровья. Ну, то есть много-много проблем у Эры возникнет. И, наверное, все-таки Гоцент желательно здесь сыграть более темпово, как ты и отмечал с самого начала, за счет чена, за счет лишака и возможности спушивать вышки, захватывать карту.
Ну туда, Рики прям это конкретно. Ты уже правильно полностью все выразил, то, что очень сложно играть против Сларка даже. В основном у Сларка имеется два эскейпа, он очень мобильный, и в лобовое столкновение идти против Сларка не самый лучший вариант в целом. Поэтому у Гацент все выглядит неплохо. Пик он реально додуман, за исключением как раз таки Рикимару. Возможно, на самом деле они взяли этого самого Рикимару, чтобы он прыгал на Рубика, прыгал на какого-нибудь аппарата, сразу же его сгрызал. Это быстрый там, диффуза, возможно, сабелька. Ты забираешь саппортов под замес, прыгает кентавр, начинается движ-париж, и все получается неплохо. Но это будет работать до минуты 30-35, пока импайры не обрастут артефактами. Да, то есть Дальше даже у уже будет какого-то все аппарата по-своему. может появиться, допустим, Йул, с которым он сможет переждать, пока придут тиммейты и помогут ему справиться с Рикки. Но в любом случае, драфты интересные, нестандартные отчасти герои, и будем с удовольствием наблюдать за исполнением. Напоминаем, что это Best of 3 встреча. У нас еще одно Best of 3 будет впереди сегодня. Два матча мы для вас откомментируем, посмотрим и понаблюдаем вновь за тем, как меняется мета в угоду, ну скажем так, Зачем давление оттягивать глобальных неизбежное? турниров. Чуточку сильнее. Да. Все именно так. Сейчас я сделаю себе немного потише звук, а то вот эти вот самые кричалочки Но очень громко кричалочки всегда, залетают. они отлично врываются в игру. Что у нас? Посмотрим, как руны богатства будут разбирать. Опять же, мне очень интересно, насколько будет быстро отыгрывать Кунка и будет Лайтенс перемещаться по линиям, то есть как только получит свои стартовые артефакты, либо он у Доталова будет душить Медлин. Так, пауза небольшая. Нет, продолжается. Все в порядке. Я уже начал беспокоиться. Чтобы не было каких-либо технических заминок в самом начале. Не хочется начинать игру с паузы, конечно же. На самом деле, лучше пускай они будут там на старте, если у кого-то какие-то подлаги, чтобы потом все это дело не прерывалось, то кентавр сразу же тут отхватывает аванпост, аппарат его разве что может по голове погладить, потому что слишком мало вот дэмэджа. Здесь сейчас на кентавре может очень много сларк набить для себя пассивок. Да, это первый левел, они спадают очень быстро, и как-то в целом это не повлияет на игру. Но вот здесь мог немного кентавр поставиться. Будь тут третий игрок, какой-нибудь Рубик, возможно, это даже получилось бы сделать бы какой-нибудь ФБ. Хотя кентавр не самый подходящий для этого персонаж, он довольно-таки жирный. Но все могло получиться. Рубик наверху, вместе с Омником. Там будет противовес стоять Рики плюс Чен. Но я думаю, руны должны плюс-минус ровно отойти. Нижние по одной и верхний по одной. Ну вот тут, кстати, прорывает старики на передовую, пытаются Омника из-под носа украсть руну, не получилось, и все-таки 50 на 50 с разворота, дать дэмэдж по Эри, еще пару ударов, выбить хотя бы тангусы. Ну, то есть, вроде бы и расходники, но надо и против них, естественно, работать. Распределяются игроки по линиям. И вот Сларк-аппарат здесь, в принципе, на бумаге выглядит неплохо, но Виверна и Кентавр мне нравятся куда больше. Линия. Мне кажется, в этом моменте Сларк может немного пострадать. Из него тут могут жизнь подвыпить. Ну, вот такие, я думаю, есть план. Тем более, Кнарт отлично гоняет через Черентач. Мы видим, что вот уже Буги просто вгрызает сразу же ТТК. Но очередной бласт. Как же больно. Как же они до Талова дерутся. Просто готов идти до конца, добивать там всех крипов. И у Буги сложности еще один буквально Черентач кинуть. Одной секунды не хватает там по КД. Отъедается Стангуса. Фласок нет. Колбу, естественно, Винтроверна не будет там вкачивать на самой ранней стадии. Поэтому еще пару раз так подставится. Вот, кстати, привез себе фласку в курьере сразу же. Ну, теперь вот, если идти так до конца против Буги, уже Сларку точно не захочется. Есть 13 пассивок Риталейта. Прожмет, и там будет очень неприятно, очень больно. Отпивается уже фласку, тратит Сларк на первой минуте. Ну, это, скорее всего, если что, может быть там какой-нибудь аппарат поделится, у него также в запасе еще фласка есть. Другое дело, что Сларку здесь трудно дотянуться именно до Винтерверна. Она постоянно находится за спиной кентавра, прячется в елках. Так же, как и аппарат, в принципе. Но аппарат за счет черентача, все-таки ему нужно ближе подходить, он старается быть на передовой. Виверна, да. Это один из тех самых персонажей, которым не нужно находиться самой на линии. Она просто может подкидываться из кустов. Пока давай переместимся, наверное, на верхнюю линию. Здесь у Рики очень интересный геймплей намечается. Стоит, бьет крипчиков, далеко вывели их. Это, по-моему, Чен
начинают там проказничать. Ну просто Omni Knight и Рубик... Omni Knight, во-первых, обладая хорошим количеством брони, он, в принципе, может заходить там даже какие-то ситуации под вышку, там против крипов стоять под более агрессивным давлением. Он не боится вот так идти, размениваться с эрой, ну, получит пару ударов, ну, кинет на себя хил, съест тангус, а еще и продамажит дэмэджем соперника. Плюс Джеймс, узнав, что уводит крипов, вот они вместе с болтом вышли, и все у нас остается на 50% здоровья. Эра тоже не очень-то и счастлив. Как же неприятно залетать по эре, а там сделали все-таки First Blood на аппарате. Кентавр смог его забрать, но Сларк разменивает. И это уже начинаются вопросы, для кого этот First Blood пошел на пользу. Потому что Сларк забрал соло Кентавра, получил также с него денег, получил экспу, первую стак ловкости навсегда. Ну, вот есть один момент, сугубо, который говорит, что для Гатсан все это лучше, потому что это бонус за ФБ. А вот если тенденцию смотреть, то в дальнейшем, да, Сларк, который набирает там 15 этих вечных стаков к минуте 30, это уже огромнейшая проблема. Вроде как должны дальше ровно стоять, без приключений. Ну смотри, видишь, Сларк уже третьего левела, у него пассивка на 2, и против Кентавра ему стоять с этой пассивкой намного лучше. Кентавр не хочет лезть в лобовое столкновение разменом по тычкам, потому что Сларк настакивает на нем пассивку, настакивает стаки. Ой, стаки. Характеристики, конечно же. Винтер верно, он продолжает бластами откидываться. В центре, кстати, мы не обращали внимания на Кунку или Широка. У Виша здесь все хорошо, но у Кунки еще прекрасней. Два брейсера, магический дэмэдж по нему уже проходит с большим резистом. И при этом, ну, таймрингером он может спокойно линию запушивать под тавер. Ой, не попал сейчас станом Виш. Хотел добить ренжевого крипа, у него это не получилось. Но здесь такая линия, что... Плюс-минус должны вынести все свое и быть без приключений. Хотя вот Виш дерется за руну. Руна ли будет здесь? Да, будет руна. Забирает инвиз Кунка. Продолжает его прожигать. Диаболики работают. И неприятно Кункевичу, но не угадал со станом. Ну там даже бы стан залетел, то ничего не получилось бы. Приходит Рубик. И как же своевременно перетяжка. Да, все очень классно сделал сейчас суппорт. Лайт нас восстанавливается с фласки. Заманили лишракам на битого Кункевича. По итогу, вроде бы, начинает Empire Hope как-то крепнуть. Верхняя линия, что там Чен? Чен отправился в лес. Никаких отмодов он не делает. Просто спокойно тут все это дело зафармливает в карман. Эра. У Эры есть один Брейсбенд, и при этом Omni Knight особо не мешает. То есть у Омника есть деньги, Омник получит себе какие-то стартовые статы и будет еще агрессивнее, будет вовремя там приходить на помощь команде. А вот снизу подцепили буги в очередной раз. Черентач примерзнет ли под колдфитом, нет, успевает выйти из-за радиуса действия способности. Таки и разворачивается, нужно убегать самим уже. Тут наглеет Сларк, начинает пытаться сделать самые халявные фраки. У него есть сейчас 6 настаканных пассивок. И вот если подразмять Кентавра, то... Ну, надо откилиться. Надо откилиться. Ты не хочешь на Сларке за 350 хп лезть против настаканных пассивок. Там просто-напросто дарит сейчас халявные пассивочки аппарат. Ну, да, надо пытаться как-то разминать. Но Кентавр уже жирный. Кентавр жирный. И на такого молодого человека на лайне не очень хочется нападать. Тем временем тут Эру очень сильно прессингует на верхней линии с телекинезом, болтами. Эра остается без дэмэджа, то есть и крипов даже элементарно в каких-то ситуациях добить не получается. Но Чен вроде бы вышел со своим зоопарком, помог и опять оставляет Эру одного. Вот в чем проблема Чену. Чен постоянно должен уходить в лес, и в это время твоего кора могут спокойно харасить на линии. Empire Hope очень... Классно начали для себя. Топовый Кунка, как раз таки тот, который сейчас выйдет со слотами к минуте 10-15. У него будет, я даже вот не знаю, через что он пойдет, возможно, даже через Радианс. Он здесь решит пойти, дабы еще больше ускорить свой темп. Может быть, быстрая БКБ Алибарда, возможно, против Рикимару. Тут опять война за руны, но руна оказывается наверху и забирает Рубик через иллюзии. При этом сейчас еще, возможно, как-то подбайтит Винтерверну. Винтерверна, ну, понимает, что это иллюзия и ничего страшного. А вот снизу погибает вновь Буги. Это уже второй вечный стак для Сларка. У него 6-й уровень. Теперь его гонгать будет еще сложнее. И пока, если честно, все выглядит слишком легко для Empire Hope. Именно стадия лайнинга. Ну, тут... Я бы даже так сказал, что в целом уже игра выглядит довольно-таки легко. Пока что на данный момент для Empire Hope у них все прекрасно. У них реально те самые персонажи, с которыми вы выходите в лейт, и там вам не делают абсолютно ничего игроки команды Godsend.
И у Сларк уже есть 6-й левел, он себя прекрасно чувствует на лайне, еще пытается набрать стаки на буги. Вот мог бы, наверное, прыгнуть, и, возможно, бы под примерз бы кентавр получилось бы его убить, но решил не рисковать. Даже с учетом того, что был у него ультимейт не в откате. Нас тем временем на Рубика сверху прыгнул, казалось бы, Рики пытается подрезать Джеймса, летит сюда телепорт от Кунки, и Эра может сам не уйти, кстати. Мастер гонит его до конца, пассивочка есть, Эра мансует в одной елке, не может подойти Рубик, боится, что отдаст фраг, по итогу крест, и Рики погибает. Слишком все быстро происходит у нас в плане передвижения от команды Empire Hope. Помню, пришел Кунка, вот не стал засиживаться на линии. По нетворсам видим уже 3500 у Кунки, 3200 у Сларка. А вот силы тьмы даже до 3000 еще не добрались. Да, тут просто все замечательно у Empire Hope. Но мы видим, какие активные у них герои, какие активные перетяжки. Очень своевременно пришел Рубик, когда на мидл помогли убить Виша. За счет этого Кунки еще больше крепился. В очередной раз приходит аппарат. Ты посмотри, сколько это было вовремя и грамотно, что Лишрак вроде бы как должен был уходить, но из-за перетяжки аппарата он не ушел. Это уже очередной фраг по Лишраку. Он не то чтобы прям теряет в темпе, он все равно находится в топ-1 позиции по нетворксу своего коллектива, но мы видим, какое большое отставание от Кунки. Уже 700 голды на 8 минуте, это довольно-таки много, это довольно-таки неприятно. Просто мы говорили о том, что это как раз-таки Гатсен должны первые минуты давить, а у них не получается. То есть КПД вот вашего драфта, оно падает. И Рики это не тот герой, который очень легко там из леса вывозит что-то. Это не СФ, там это не какая-нибудь Нага. Ему много времени надо, и крипов он любит бить именно на линии. Он любит бить суппортов, делать ранние фраги. У него это не получается. То есть это герой, который камбэчит не моментально. Тут, знаешь, даже такая ситуация, что Рикимару, он, ну, в данном пике, если рассматривать именно данный пик, то Рикимару, он будет очень полезен, когда у него будут хотя бы 1-2 слота на убийство, а у вражеских саппортов не будет подсейва. Когда он прыгает, делает 100% фраг на Рубике, на, там, допустим, аппарате. У нас тем временем Вишу убивают в центре. Ой. Пытались убивать, но по итогу переворачивает файт Гатсен. Смогли справиться с Рубиком с аппаратом. И очень вовремя была заброшена колба. По итогу Лишрак здесь не получил дэмэджа сразу же от Кунки. Немного не хватило его добить. Но и вот как раз таки, возможно, та самая ошибка Empire Hope, которой воспользуется Гатсен. Пытаются подцепить Лайнтеса. А теперь-то корабля уже нет, никак себя не пробафаешь. И погибает Кунка следом. Пришел вроде бы омник, хил не кинул, видимо, не дотянулся. Но... Если Сларк хочет забрать Виша, идет в погоню. Нужен какой-то контроль, нужно как-то засловить. Диффузов у него еще нет. Виш на ходу отпивается с Кларити. Там еще Винтер Виверна. Берни пытается продамажить ТТК, но не подпускает. И спаслись Гатсен. Отыграли по нетворсам сейчас 1500 золота. И небольшой такой хвостик уходит к ним по графикам. Так, подожди, борьба за руну. Возможно быть, Вишу, у Виши нету маны и нету подсейва. Нету подсейва, это фраг для Сларка. Но тут должен пытается бодиблочить Чиен. Отлично, отлично, отлично. Еще два удара нужно сделать по Вишу. И все-таки это размен под конец. Ну, вот здесь даже... Ну, скорее всего, опять для Сларка. Это опять дополнительная пассивка. Это минус темп у Лишрака. А там где-то параллельно забрали Рубика. Где погиб Рубик? Ну, по всей видимости, также по центральной линии он здесь это должен погибать. Да, Гризли. Но пока же Эра должен теперь уже в центральной линии как-то получать своих крипов. Мне такое ощущение, что сейчас именно Empire Hope начнут уже как-то давить, собираться вместе. Кентавр остался в соло внизу против аппарата. Аппарат один его никак не отбросит, но зато аппарат получает уровень. А шестой ему необходим, чтобы участвовать во всех файтах, даже если он не будет успевать, ну, подойти как бы на ноге. Ну, тут немного ему осталось. Буквально вот катапульта будет добита и получит свой заветный ультимейт. Аппарат у Омника все так же, плюс-минус неплохо, пока что не качает ГА, это понятное дело, у него... Но вот опять, видишь, как раз-таки тот самый Омник, очень маленький нетворс, и если Empire Hope не будут удачно драться в масс-файтах, где Омник может за счет ассистов или халявных фрагов получать голду, то тут сложновато будет ему уже выплыть по слотам. Ну, пока еще рано об этом говорить. Там, кстати, стампит вышли вниз на кентавра, на аппарата. И, соответственно, аппарата будут погибать. Кентавр примерз, летит сюда. Рубик. Но что сделает один Рубик? Через болт спокойно. Под ультимейтом успевает выщелкнуть. Но Джеймс также отдаст фраг. Прыгает Рики. И очень странно, что сюда не пришел ни один из скоров команды Empire Hope на помощь.
Ну вот последние пару неудачных драк и очень удачных драк для Рики. И Рики, посмотри, врывается уже на третью строчку по нетворсу, недалеко отстает от Сларка. И вот такой Рики может представлять угрозу как раз-таки для саппортов, пока у них не появятся защитные артефакты. Пошла драка наверху, залетает корабль под Виверну вместе с Сларком. Даже не забирает, сколько же хила залетает, приходит уже Эра, но успевает Сларк войти в ультимейт. Эра пока что играет без стучки. Это при этом для Сларка уже четвертый стак, при этом не сразу на Эру как-то сагрессировал, хотя 10 уровня, тут же таймбрингер в спину, но и остается 60% здоровья. Аппарат поблизости, ультимейтом может поймать, сейчас лучше не подставляться Эре. Там с Чейн Тача залетит столько, что у тебя отрывает там по 20-30% хп. И зафармили стаки, ой. Empire, хоп, неприятненько. Вроде как они делались как раз таки для Рики, чтобы через третью способность их фармил. Но нет, Рики также должен погибать, досты есть, просветка есть, был под ультом аппарата, и никаких абсолютно шансов ему не оставили здесь. Empire, хоп, второй раз уже включаются в эту игру, пытаются задавить на уже средней стадии данной карты. Ну, как мы и говорили, у ребят все хорошо, они едут в вейт, и у них там все будет прекрасно. Вот гацентам нужно немножечко поднапрячься, чтобы ускорить темп. Вроде как заварушка на миду намечается. Просто Empire Hope нужно помимо вот этих самых драк, которые вроде бы они даже, ну вот, вот суппорты, которые выходят в соло сейчас под буст прокаст от Виша, это конечно то, с чем нужно поработать. Empire Hope нужно не просто выигрывать файты, не просто убивать вражеских героев, им нужно забирать таргеты по карте. Кентавры полетели, как же много дэмэджа по итогу, бласт минус кунка. И не совсем понимают силу зоопарка сейчас от команды Гацент, потому что слишком много здесь кентавров, ты посмотри на это мракобесие. Аппарат подставляется, соло-фраг для Рики, и тут на самом деле какой-то пошел фит-фест, и это та самая драка, которая очень много преимущества дает пику Гацента. Они сейчас могут через зоопарк и медальку забрать Рошана, у них будет примерно 3000 преимущества, они чувствуют себя просто прекрасно. И вот непонятно, ладно, поставили за саппорт, но вот Кунка, мне кажется, прилетел зазря. Немного переоценил свою возможность танковать и впитывать себя. Рошан падает очень быстро под Рикимару, под медалькой, под... всей этой гапшой, сжигает его лишь рак дополнительно, забирает для себя Аегис. И теперь ребята реально могут делать то, о чем мы с тобой говорили на стадии пиков. Это идти и просто-напросто давить. И у них все будет прекрасно. Они реально имеют сейчас все шансы закончить игру минут, ну, за 25, я думаю. Но Сларк вот уже начинает как-то подключаться. Сларк, при этом оставляли руну волшебства для лишрака. Прибежал Сларк на ноге и просто из-под носа Уэйр ее закрыл. Хороший ультимейт от аппарата, но попадает, да, по Рике. Нужно добивать Виша. Выбили Аегис, при этом просто ни за что. Сларк быстро должен восстанавливать здоровье, возвращаться в этот файт. Контратака не будет? Нет, не будет. Ульты у кентавра не было. Я думаю, если бы был бы стампит, то ребята бы полетели бы на ноге. Но вот решили... этого не делать. Неприятно, неприятно. Надали Аегис, как ты уже сказал ранее, в никуда. Просто-напросто подарили. Да, и теперь получается, что вы, ну, там какие-то деньги с Рошана получили, как с рейд-босса, а преимущества тактического у вас нет. Вновь фарм, на верхнюю линию отправляется Чен со своим зоопарком, возможно, запушит Т1 вышку, но туда уже идет Лайтнес и, в принципе, Секнар, там они действуют теперь всегда вместе. Здраво, потому что под аппаратом очень много урона можно будет вписать точечный таргет. У Рики намечаются диффуза, вот-вот скоро будут, залетает аппарат, ультимейт не попадает по Рикимару и Эра уходит. Хотя попытка была хорошая и был реальный шанс на двух саппортов разобраться с вражеским кором. Но не получилось, немного мне повезло ребятам. Два артомник по вижену пока что. Смотри, какие агрессивные варды стоят у Гацен. Очень интересный вард, прям посередине мидлейна, уже на стороне Радиантов находится. Какие-то перетяжки они видят. Кстати, сейчас Чен своим зоопарком заранее увидел Кунку. Есть крест, и... торрент, корабль, и Чен должен погибать. А будет ли какой-то подсейв? Нет, никакого подсейва невозможно. Ультимейт аппарата не жалею, там слишком малое КД. Нужно бы еще и зоопарк подрезать, это же деньги все-таки. Кентавр на 17 хп убегает своими собратьями. Ну и продолжает Сларк охоту. Да, у Сларка все хорошо, он продолжает дальше разгоняться уже по игре. Есть диффуза. Сразу все закладывают кикбай БКБ. И хорошая, хорошая курса от Виверны. Здесь можно убить абсолютно всех, устроить похороны, но Рубик пока что спасает немного положение. И благодаря этому Сларк уходит. Если бы Рубик бы не откинул бы кентавра, там бы взлетел просто-напросто стан по всем, плюс тучка, и был бы еще и минус Сларк, я в этом уверен. Тот самый Рубик случай, когда Сларк с Омника набивает статы себе в этой ситуации.
Слишком это жестко. Omni Knight действительно потерялся полностью. Уже у него там 4000, его обгоняет вражеская четверка, хотя ты на третьей позиции. Его сейчас даже вражеская пятерка начнет обгонять, что уже, ну, вопрос к суппортам Empire Hope. И вот буквально, ну, там одна не то чтобы даже ошибка, неудачная драка 7 минут назад полностью инициативу отдала Godsend. Ну, я бы не сказал полностью инициативу, но они себя поставили в более сложное положение, чем нежели у них могло быть. Сларк, смотри, чувствует себя полностью безнаказанно. Он просто уже по Т1 лезет на толстючего кентавра, ничего не опасаясь, за спиной стоит Омник. И мы видим, как все у ребят получается. Это должен быть фраг по чену. Нет, дальше не пошли, решили не агрессировать. Рики в это время все фармит. Есть дефюз киты. О, дефюз киты, господи. Counter-Strike. О, боже, что в Counter-Strike. Диффуза. Есть у Рикимару. И он должен их как-то реализовывать. Но пока же Сларк просто танкует вышку, прожали глиф, подходит сюда кентавр, подходит тот самый Рикен, Сларк отступает, нужно съесть зоопарк, съесть хотя бы волк, слишком серьезный бонус на файт. И вроде бы тиммейты за спиной, то есть играют только через ТТК, набивает слоты, Чен, зачем же ты вышел, стампит, прожимается прыжок, контринициация, минус, Omni Knight, полетел полный тиммейт от аппарата, хороший, ТТК дожигает его, видишь, бежит до конца за ТТК, ТТК лопнул, и все, драться вы просто дальше уже не можете, да, вы убили Рики, но сейчас убьют Кунку, потому что он остается один и будут его расстреливать со всех сторон. Баф корабля рано или поздно закончится. Хотя Lightless может отступить под вышку. В любом случае, Godsend выиграли эту драку. И Lightness так и не отпустят. Lightness пытается уйти. Не ушел. Ты был совершенно прав. Хотя в какой-то момент мне показалось, что может как-то замансить и убежать на своих двоих. Но нет. Godsend сделали в этой драке все максимально грамотно. Их первое и... Самая главная цель — это был как раз-таки Omni Knight, которого они прям сразу же смели, не дали ему сделать абсолютно ничего. Кнопок он своих не прожал, не дал какой-нибудь Heavenly Grace, не дал Purification. Первый помочь тиммейтам не смог, там была контр-агрессия на Рикимару, она замечалась успехом, но в любом случае это размен 4-1, который уже в пользу для Godsend. Но, знаешь, в целом, конечно же, на карту это как-то особо не влияет, мне кажется, потому что, да, есть 4000 преимущества за Godsend'ами, да, они выиграли драку, но мы с тобой это уже обсуждали. У Empire Hope все хорошо в уйте, в то же время как Godsend себя чувствует там немного послабее. Вот единственный... конечно же, момент, которым пока что проигрывает Empire Hope, это как раз-таки в своем Omni Knight, у которого реально уже денег меньше, чем у пятерки противника. Кстати, сейчас выход-то от Виши идет на верхнюю линию, она выстроена Лайдлесса, и нужно как-то их спасать, потому что отрезают Godsend все возможные пути отступления. Они могут еще и Кнарта здесь найти. Кнарт все ближе-ближе к хайграунду. Остается один Кунка, но Кунка плотный. В соло его убивать первым — это тратить очень много кнопок и ресурсов. Хотя Эра срезает Кнарта, а теперь под дабл дэмэджем-то можно всех остальных нарезать. Прыгает на своих, отойти, перегруппироваться. Байтит такое чувство сейчас Empire Hope, потому что они идут до конца. Ты такие, серьезно, один против Рики с дабл дэмэджем готов воевать. И гонит Чена, прыгает на Окси. Окси выходит из рашпита. Ну и решили, что дальше гнать уже под вражеский хайграунд не стоит. Да, но Рубика все-таки смогли забрать. Ну, это параллельные и фраги на как... нижней линии, поэтому не так уж это и страшно для Empire Hope. Просто они, у них убивают героя под хайграундом, когда у них еще там Т1, Т2 стоит и есть Vision. Вот в чем проблема. Godsend действительно сейчас очень-очень сильны, и теперь уже Empire Hope нужно затягивать игру минут на 10. Сильны, Godsend сильны, но сейчас у Сларка должно в скором времени, думаю, минуток 5-7 ему дайте, он дофармит БКБ и сможет себя практически безнаказанно чувствовать за месси. Единственное, что ему может помешать, это Виверна. В то же время, вот очень интересно, что будет дальше для себя Рики покупать. Есть дефюз киты и 1800 на руках, сейчас будет после убийства катапульта 2000 практически. И вот мне интересно, какой будет дальнейший слот. Я довольно-таки редко вижу Рикимару на про-сцене, именно на позиции кэрри-героя. Ну, он появлялся в последние, скажем так, несколько турниров, особенно, скажем так, и в азиатском регионе. Он был, кстати, в центре драка, успевает курсу прожать Винтер Виверна, зафиксировали Сларка и потихонечку разбивает ему лицо. Попутно подставился Omni Knight под тучкой, опять он не может ни одной кнопки нажать, абсолютно ничего у него был в этот раз, наконец-то ультимейт, но он не может спасти команду. Залетает ульт от аппарата, да, отогнали немного Godsend, но у них фулл здоровья, у них есть Винтер Виверна. По мане также никто не просел, нужно просто идти дальше и давить
пробить все линии. Они отправились на верхнюю, где зоопарк Чен и крипы уже поблизости. Можно Т2 снести в довесок. Вот непонятно, почему Омниум все время стоит впереди. Он же вроде как должен стоять сзади. Просто закидывает на сейф кнопки своим тиммейтом, но вот погибает каждый раз. Уже вторую драку подряд он погибает первую. Такого не должно быть. И как раз-таки это тот самый момент, что Омника здесь уже можно, мне кажется, даже перечислить к саппортам, потому что у него примерно такой же нетворс. И вот Рики за счет диффузов и тучки просто-напросто не дает ему выбраться из нее. И за одну тучку хватает времени, чтобы его убить. Просто стереть. 2000 хп, но Омник не живет. И это пока что проблема. Но Найт, он пытается решить эту ситуацию с тучкой за счет наличия форстафа. Он не смог форстафнуться из тучки Рики, потому что он форстафом спасал там Сларка в один момент, чуть раньше. Если бы он оставил для себя, он бы прожал там ульт, когда на него прыгнул Рики, и смог бы хотя бы там продлить страдания своих тиммейтов. Смачки пошли. Агрессия, попытаются кого-либо подловить. Кунка идет первый, БКБ есть, цепляет на крест. Лишь Рака, у Лишрака есть силу. Поднимает себя, кентавр контринцирует, полетел ульта от аппарата. Сразу же хорошая курса залетает в ответ, гонится за Вишем, но Кунка тратит уже очень много времени. БКБ, прожимается стампит, кентавр, драка замес. Вот, наконец-таки Омник смог прожать свои кнопки, но уже слишком поздно, потеряли Сларка. И теперь им нужно пытаться выжить как можно в большем количестве. Омника никуда не отпускают, Кунка бежит, Кунка скорее всего... А у него нет, у него время на ТП и не уйдет. Никуда он не денется. И вот мы видели, как вроде бы инициация была неплохая, но Юл на Лишраке абсолютно все планы разрушил. Потом Кунка бегал за этим Лишраком, никак его не мог догнать, потерял очень много времени в БКБ, а тем временем там параллельно просто-напросто зафокусили Сларка. И не хватило. Не хватило Empire Hope, хотя даже бы, в принципе, и Омник нажал все свои кнопки, и ультимейт аппарат свой выкинул, плюс-минус неплохо, там, по-моему, если не ошибаюсь, трех героев захватило. Но у Гацен сейчас все слишком хорошо вот в плане на данную минуту. Очень много жира, есть пайп у кентавра, залетает за хил от одного, залетает за хил от другого, и пока что не хватает просто-напросто дамага Empire Hope, чтобы этот весь жир побороть. Сейчас просто по центру должны перехватить крипов. По идее, там уже есть Рошан, но перед тем, как на него заходить, хотелось бы отправить кого-то из вражеских героев, наверное, на чуть более длительный срок. Но, видимо, никого уже не боятся Гатсент, просто зашли и начинают разбивать лицо. Не идут сюда Empire Hope, хотя могут догадываться, что если нас только что пушили, куда же они делись все. 9000, залетает Рошан, Рошан погибает, сырный. Хоть ультимейт полетел, ультимейт был хороший, но так или иначе, Аегэ и сыр достаются Гацентам. И теперь 11 тысяч преимущества на 24-й минуте. Плюс Аега, плюс сыр. И Гаценты реально могут сейчас заходить на ХГ. С зоопарком и Лишраком они очень быстро могут забирать товара и ломать бараки. И эта игра для Empire Hope становится все сложнее и сложнее. Им уже нужно как-то пытаться находить вот эти самые пик-оффы и откормить Сларка. Мы видели, какое хорошее было начало у Сларка, но на данный момент, 24-я минута, у него всего лишь навсего 4 пассивки настаканы, что не такой хороший результат, как я думаю, он сам того бы хотел. БКБ почти есть, но поможет ли оно здесь? Я вот не уверен. Слишком пока что большой перефарм уже у Гацент на данную минуту. И будет замес на рунах. Драка поднимается потихонечку у Гацента вражеских аграунд. Прыжок от Рики. Вот тот самый форстав, которым вновь спасают именно Сларка. Да и не спасают его. Сларк 50 секунд без байбека в таверне. Дальше идут убивать Омнинайт. Омнинайт не может теперь уже форстав прожать на себя. Минус Омник. И у вас есть, по сути, 40 секунд для того, чтобы подняться на ХГ. Т2 вышка, ее не существует. Там диаболики, там кентавр. Вышка сама себя уничтожит. Там так все круто Гаценты затаймили. Первый стан Сларка, потом залетает кентавр на блинке, прямо под него нажимает свой стан, и Сларк просто-напросто не жилец. Забрали и Омника, также параллельно, вместе с тем, ну, не получилось. Падают бараки, Джеймс начинает отбиваться, есть хоть какие-то болты, у нас также Бладстоун приобретает на ходу уже, Виш просто не останавливается, его теперь никто не выгонит, такое чувство с вражеского хайграунда, единственная их проблема, что снизу еще Т2 стоит, но туда и можно сейчас уйти после вот того, как они расправятся с бараками, поймали Кунку на сетку, но заходить по Т4 не стали, сходят, уничтожат последний Т2 и уже будут спокойно понимать, что если что, мы делаем мега крипов. Ну, Гацен здесь все замечательно. Я вот
Не знаю, как Empire тут должны камбэк и драку. Наверное, начинать нужно с легких фрагов по чену. А как ты сделаешь легкий фраг по чену, когда у него 20 армора, 1600 хп, глиммер, 20 стиков, он себя еще подсейвит ультимейтом, плюс тиммейты будут рядом, также спасут. И... Ну вот, молодцы гаценты. Сделали все грамотно, и даже были у них небольшие ошибки в начале, но в целом мы видим, что на игру это никак не повлияло. И будет драка. На Кунку нападает, прожимает БКБ, не получилось, подцепит. Кунка в ответ закидывает корабль по Эре. Эра просто-напросто из-под него уходит, начинает резать Сларк. Ну, Сларка режут в ответ еще больше, и вот то, о чем и говорилось. Он прожимает БКБ, сразу же залетает курса, и половину БКБ он уже просто-напросто простоял. Дальше он не боец, дальше он драться не может, контринициирует кентавр, залетает на Омника, Омник погибает, скорее всего, должны догонять также еще и Рубику, и убивать тут должны хоронить абсолютно всех. Сетка на Рубика, Рубик вроде откидывается, но ненадолго, полетел лоу-хилл. Рики режет первого, скорее всего должен убивать Кунки, БКБ уже нету, никуда ты не уйдешь. И тут уже просто похороны на базе. Empire Hope взлетает байбеки, но уже слишком большой перевес, слишком большое преимущество. И даже сейчас вы не сможете отдать вторую сторону, у вас просто-напросто нету БКБ. Сларк пытается подцепить, Сларка цепляет, кентавр в очередной раз просто-напросто залетает со станом прямо на него. Минус Рубик после байбека, погибает, хороший результат аппарата. Но что она, на что она повлияет? Пытаются хоть все, как-то отбиваться, там, может быть, там таймбрейкером каким-то пробить Кунки, но не хватает урона, там два брейсера, вообще ничего на дэмэдж нет. Кункевич, он просто толстый. 80 секунд сидишь на базе, good game, действительно. 28 минут потребовалось Гацен для того, чтобы выиграть данную карту. Только еще это не встреча, естественно, напоминаем. Вот вам стартовые коэффициенты, которые были перед началом этого матча. На 1.53, это в целом на best of 3, естественно, ИГБ. Ну, что сказать, у Empire Hope отличное начало, хотя мы думали, что именно с этим и возникнут какие-то сложности, стадия лайнинга очень важна была, но Godsend просто вот когда пошла именно Dota 5, ведут в файте себя намного слаженнее в плане вот использования той же самой курсы, что ты подмечал. Когда у них есть все кнопки, а кнопки у них кдшатся довольно быстро, да, я уж там молчу про Лишрака и Рики, которым вообще это никак не важно, то их просто не остановить было в этой игре. Да, и в целом Godsend сделали все максимально грамотно, знаешь, они сразу же за первую же ошибку, вот если вспомнить, на там примерно 10-й минуте, по-моему, 12-й была, когда был фитфест под Т1 на стороне Radiant, они за этот момент зацепились сразу же, и потом просто-напросто не отпустили, одна ошибка, и все, и считайте, вас уже начинают душить, вас уже начинают давить. Ну, ребята из Godsend молодцы, Empire Hope, конечно же, не нужно расстраиваться, это, как ты уже подметил ранее, всего лишь на все только первая карта, есть возможность камбэкнуться на второй, потом взять камбэк в целом в серии, кто его знает. Поэтому будем ожидать, что будет, я надеюсь, три карты, потому что, ну, пока что слишком легко было, я надеюсь, что ребята дадут бой. Хочется побольше посмотреть, конечно же, классные дотки, друзья, поэтому никуда не уходите, подписывайтесь на данный канал, у нас сейчас будет пауза буквально 5-10 минут, после которой мы к вам вернемся с продолжением, ну и, естественно, за время этой паузы обязательно кликайте по баннеру, который есть у нас в аннотации под трансляцией, переходите на ЕГБ, это уже просто, я не знаю, заветные буквы, которые обозначают надежность, стабильность в плане ставок, тем более, что сейчас там просто дичайшая какая-то акция, и на первый депозит вы можете получить бонус до 600 единиц с вечно зеленых долларов. Но это же просто подарок какой-то. Но это и есть подарок для вас, друзья, если вы всего-навсего нажмете на тот самый баннер. Поэтому мы увидимся совсем скоро. Вы же пока обязательно заходите на egb.com. EGB. Твой мир онлайн ставок на киберспорт. Только здесь самый широкий выбор популярных игр и матчей. Выбирай ставку на одно событие или экспресс из множества поединков с головокружительным коэффициентом. Более 7 лет на беттинговом рынке и 800 тысяч пользователей. Регистрируйся сейчас и получай бонус за первый депозит до $600. EGB. Ты точно знаешь, кто победит.